Слава Тебе, Иисус, за Голгофский спасение крест. Я славлю Тебя, Иисус, за открытую в небо дверь. Спасение Ты даровал, книгу жизни записал. На кресте за нас Ты пострадал. Помоги быть верными до конца, не утратить Божий дар. Храни святость во всех своих делах, чтобы, придя к Твоим ногам, увидеть Твои глаза, свет любящий отцовский взгляд. Чтобы, придя к Твоим ногам, увидеть Твои глаза, любящий отцовский взгляд. Сердце чистое сотвори, Божий дух правый обнови. Дай силы бороться со злом, окружающих со всех сторон, чтобы через все мысли дела мог прославлен быть Ты всегда. Хвала непрестанно была. Помоги быть верными до конца, не утратить Божий дар. Храни святость во всех своих делах, чтобы, придя к Твоим ногам, увидеть Твои глаза, любящий отцовский взгляд. Чтобы, придя к Твоим ногам, увидеть Твои глаза, свет любящий отцовский взгляд. Задумайся ты теперь, если уверен в спасении. Можешь ли ты сказать: Иисус, о, приходи за мной. Может, завтра настанет день, встретишь Бога на облаках, и как взглянешь ты Ему в глаза. Подумай, где ты вечность проведешь. Этот выбор за тобой, этот выбор ни на день, ни год, ни два. Ведь не знаешь, что сейчас, когда встретишь ты Господа Христа. Так спеши сделать верный шаг. Не знаешь, когда Христос, встретишь ты Господа Христа, так спеши сделать верный шаг.